Пожаловать обратно на мой канал. Сегодня четверг, и у меня новое ASMR-видео на моем канале. Сегодня у меня второй видео-тест абсолютно шикарного микрофона, который прислали мне из Olympus. Я им очень-очень благодарен, потому что такую поддержку моему каналу — это впервые. Сегодня у меня итинг ASMR. Сегодня я кушаю попкорн с карамелью и орехами, и попкорн просто с карамелью. Очень-очень вкусная вещь. И я думаю, этот crunchy sound, он будет просто восхитителен для ASMR-видео. Надевайте свои любимые наушники, закрывайте глаза и давайте расслабимся вместе. Под тихий хруст попкорна. Очень-очень вкусного попкорна. Любил попкорн в принципе, но это самый вкусный попкорн, который я ел в жизни. Попробуй. Арахис и карамель — это что-то нереальное. Не знаю, как они так делают этот попкорн. Настолько воздушный и хрустящий. Твердая корочка карамели и маленькие кусочки арахиса. Просто в восторге от этого микрофона. Я сейчас слушаю то, что я записываю. И результат, я просто в восторге. Я сейчас открою просто карамелью. Я не могу решить, что вкуснее. Просто карамель. Или карамель с орехами.
признаться, что попкорн очень-очень сладкий. Но это удовлетворяющее ощущение, когда ломается твердая корочка карамели, и вы просто наслаждаетесь мягким-мягким попкорном. Интересно. Пуленепробиваемая помада на мне от Lime Cry. Детки действительно знают, как делать правильную помаду. Кстати, интересный факт. На этих пакетах написано, что на каких-то конкурсах они победили, как в 2017-м. Ямекс – это представление новой еды на рынок в 2017 году. Они выиграли как Best Snack, лучшая закуска в Дубае, и Best Snack в Париже. Это с карамелью и орехами, а просто с карамелью. Был даже в Ямекс в Москве в 2017 году. Они тоже взяли как лучший снэк. Действительно, очень инновационный попкорн. Просто нереально, что люди такое делают.
Спасибо огромное, что смотрите. Спасибо огромное за вашу поддержку и любовь. Спасибо еще раз огромное, Олимпус, за вдохновление и новый толчок в желании снимать СМР. Огромное спасибо. Я никогда не забуду ту поддержку, которую вы оказали моему каналу. Спасибо огромное, Олимпус. И, ребят, без вас не было бы моего канала, не было бы смысла этих АСМР. Я искренне надеюсь, что вас они расслабляют, что вы получаете удовольствие и действительно расслабляетесь. Я желаю вам всем расслабленного четверга, восхитительных выходных. Знаете, таких выходных, чтобы зажечь и запомнить на всю оставшуюся жизнь. Я вас всех очень сильно люблю. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И помните, каждый четверг новое СМР-видео на моем канале, без исключения. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. Всем пока, родные мои.